Сегодня у нас в гостях лауреат премии «Золотая девятка», солистка знаменитого уже и много раз выступавшего у нас ансамбля «Цветы Ашдода» Дана Немировская, которая пришла вместе со своей мамой Леной Немировской и вместе с руководителем ансамбля «Цветы Ашдода» Женя Шор. Женя, ну уже не первый раз ты приходишь к нам и приводишь своих замечательных детей, и уже сейчас они подрастают, и, видишь, побеждают на разных конкурсах. А как Дана стала певицей? Даночка у нас в ансамбле много лет, она пришла к нам совсем маленькая, где-то в 4,5 годика. Да. И вот она пела у нас в ансамбле, никакой она не была солистка. И вот вдруг, 2 года назад, когда Даночке было 7 лет, к нам пришел в ансамбль режиссер, который хотел, искал образ, подходящий под Аллу Пугачеву. Он хотел, чтобы девочка исполняла под голос певицы, исполняла кусочек песни Арлекино, ее знаменитой песни. И вот как-то послушал всех деток, и более подходящий, чем наша Даночка, но она очень артистичная девочка, очень искренняя. И вот он не нашел, вот он выбрал Дану. И вот ей было 7 лет, как раз это, да, 2 года назад было, и она в концерте так это все в стиле изобразила, она еще и спела очень хорошо. И вот только тогда, получается, нам как бы Алла Борисовна, как и многим, наверное, начинающим певцам, помогла увидеть, разглядеть в Дане еще и солистку. Вот я хочу... Даночка, спросить тебя, ты попала, была единственная представительница Израиля на конкурсе «Роза ветров», да? Да. А как ты туда попала, на этот конкурс? Я была лауреат многих конкурсов. Я знаю, что у тебя дома чуть ли не целая полка уже разных призов. Даночка была в этом году, вот начала. Вот у нас гран-при. Да, гран-при, это вот Эйлатского международного. Это в Эйлате такой конкурс, это... гран-при. Во-первых, здесь аплодисменты можно вполне заслуженные. Это палочка. Да, а это откуда? Это так... «Роза ветров» в Москве. Это вот московский, да, московский конкурс. Скажи, а что ты споешь сегодня нам? Я спою «Анишара», переводится «Я пою». Да. Девочка, которая поет, поет Дана Немировская. Ты за мерет.
конкурса «Золотая девятка» Дана Немировская завершает нашу сегодняшнюю программу. И пришла пора прощаться. До скорой встречи. Солнце с вами ровно на одну неделю. Я хочу пожелать вам, чтобы она была у вас счастливая и добрая, чтобы ничего не помешало нам встретиться в следующую пятницу ровно в 7:40. Это наше время.